Ладно, отгоните тачку Кёртису, поставьте во дворе, отдадите ему ключи и смывайтесь. У них не осталось времени. Это значит, что у тебя в голове опухоль, очень большая. Она давит на мозг, и это плохо, сынок. И сколько мне осталось? Несколько дней. Знаете, я считаю, что смерть — не очень приятная форма бытия. Мы, наверное, лежим в палате для умирающих, в этаком хосписе. Но они хотят исполнить последнюю мечту. Я никогда не видел море. Бояться глупо. Разве я не сказал вам, идиоты, что с этой тачки глаз нельзя спускать? В чем дело? Простите, мой интерес, но покупатели в пижамах приходят к нам не так уж часто. Чисто сработали! Несмотря ни на что, они мчатся вперед навстречу судьбе. А где кейс? Тиль Швайгер, Ян-Йозеф Лиферс. Их дружба стала легендой. «Достучаться до небес». Смотрите на телеканале.